Желайте мне удачи. С жемчугами? О! Кто больше насобирает, тот и победит. Колечко. Вы смотрите канал Жизнь Вия, где новые ролики выходят каждый день в 18 часов по московскому времени. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. Сегодня мы со Скрягой решили устроить спор. Я считаю, что наш монстр-магнит – это самое топовое приспособление для того, чтобы искать клады и сокровища. Но у Скряги другое мнение по этому поводу. Да нафиг мучиться! Вот, можно все выкопать из земли просто. Возможно, именно так. У нас давно уже спор на эту тему. Как вы знаете, у нас нету металлоискателя, но у Скряги он есть. Поэтому сегодня мы решили провести некий челлендж и посмотрим, кто из нас больше найдет кладов и кто сможет больше заработать. У меня уже вон мелочевка какая-то примагнитилась. Так что, видимо, ты в пролете, Скряга. Решили мы сегодня искать сокровища и потерянные клады на обыкновенном городском пляже. Пока все на работе, мы пришли на пляж поискать сокровища. На самом деле, мне было бы эффективно с помощью моего поискового магнита также бороздить и что-нибудь искать. Но поисковый магнит создавался не для этих целей. Да если я буду действовать таковым образом, Скряга наверняка меня обойдет. Но я... буду все-таки кидать и заниматься нашей с вами любимой магнитной рыбалкой. Этот дурачок в воде может только дохлых рыб найти. Люди ходят на земле, поэтому все драгоценное будет в земле. Короче, тут все просто. В принципе, если звенит, то иду за лопатой и копаю. Вот. Вот здесь вот. Запомни, поставь метку. Опа! О! Первая находка. Не очень, конечно, но сойдет. Итак, челлендж начался. Все меры безопасности предприняты. Магнит очищен. Смотрите, на нем нет ничего, господа хейтеры. И сейчас я использую все навыки, которым меня научили подписчики. Раскручиваю в обратную сторону и кидаю со всей силы. Полная растяжка, друзья. Так, сейчас посмотрим, повезет ли мне с первой попытки, как говорится. Надо, как правило, медленнее, но я сейчас тороплюсь, потому что мне нужно обогнать Скрягу. Это очень важно. Что-то есть, что-то прицепилось. Ого! Ого! Ну что скажете, хейтеры? Это браслет, да? Маленький, правда, какой-то браслет, но с жемчугами, возможно. Ё-моё! Конечно, да, он не золотой, потому что легко магнитится так, но... очень круто! Отличная находка! Лайк, если любишь магнитную рыбалку точно так же, как я! Скряга! Чё? Мы браслет нашли! Как? В смысле как? Бросили и нашли браслет с жемчугами. Он нашел браслет? Да. Сейчас я тоже что-нибудь найду. Я одни крышки нахожу. Ты уже, да, накопал тут, я смотрю. Вот. Опять крышка. Крышка, сам ты крышка. Сковородка! Давай мы скажем, что это очень редкая находка. Давай. Это очень редкая находка! Так нечестно! Нормально. Ладно. Ох, этот Скряга. Беда в том, то, что его прибор обладает да больше сильной магнетичностью, чем наш магнит. У него есть вероятность находить более редкие металлы, чем у нас. Но я не отступлюсь. Я продолжу кидать. Ножа. Ножа, ножа, ножа. Пусто. Пусто. Что, нашел Скряга? Да.
что-то. Копай. Клад, глубже, да? Я просто что-то... Сейчас найду сундук сокровищ. Крышка. Крышка, Миша. Он крышку нашел! Вот и пусть пытается со своими крышками! Понял? Что он сказал? Чтоб ты подавился своими крышками. Все говорят, что у него постановы, но я-то все контролирую, так что все нормально. Но если он победит, это стопудово постанова. Да-да. Пока вы там со скрягой тусили, вот помимо браслета, что получилось поймать. Так, где-то 2 рубля, короче, получилось, вот ржавые 50-копеечные. Мелочь, конечно, его только что кинул, тоже какая-то ржавчина и... О! Смотрите, 5 копеек еще сильнее заржавели. 5 копеек я давно не ловил. Интересно даже. Ну вот, ну это все фигня. Но, наверное, в конечном итоге, если у нас, в принципе, будут какие-то находки на равностях, будем уже по мелочи считать. Кто больше насобирает, тот и победит. Я так думаю. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Как обычно, я использую свою стандартную стратегию. Один раз кинул, на метр сместился, кинул, на метр спустился. Правда, наверное, потом придется переместиться вон туда, потому что там уже какое-то болото непонятное. Да ладно. Пока не сильно везет, если честно. То есть самая жесткая моя находка – это браслет. А у скраги там уже всякие приколюхи, по-моему, ты сказал, что есть. Так. Мелочь опять. Просто мелочь. Не радуюсь вообще, потому что у нас реально соревнования, и меня это напрягает. Все тут. 70 копеек. 70 копеек. Просто мелочь. Я, короче, понял. Если что-то пищит, то это, скорее всего, крышки. Это мелочь. Мне мелочь не нужна. Мне нужен крупный улов. Вот. О! Крышка? А какая крышка? Медаль! Отечественная война. Обидеть. Смотри сюда! Я там голову такая. Ну, вот это близко. Находка. Вот она. Настоящая, да? Конечно. Вот это ценность. Капец. Смотри. Вот. Да не, ты из кармана ее вытащил. Вот принял это все. Я видел в натуре. Он позвал, и мы копали. Ой, вот так вот. Учитесь. Блин, ну как-то у скряги прям все хорошо идет. Везде все накопал уже. Капец, еще сковородка какая-то. Хотя бы так. Надвигается туча. Я думал, мы будем до конца дня с ним соревноваться, потому что пока у меня результаты отнюдь не очень. Но, видимо, из-за неудачной погодки. Черт, кинул неудачно. Придется как-то наше соревнование укоротить. Поэтому мне нужно очень торопиться. Вот это лучше. Другая тема. С одной стороны, надо торопиться, а с другой стороны, спешить в этом деле нельзя, потому что могут самые классные находки срываться с нашего каната. И я именно из-за этого переживаю. Что там эти корьяки какие-то? Так. О! Какая-то фигня присобачилась. Нож! Нож, кухонный нож. Не знаю вообще, как оценить эту находку. Конечно, здорово. А нет, смотрите, еще что-то есть. Опять старая монета.
мне кажется, или не монета вообще. Ну, скорее всего, монета опять какая-то. Только настолько... А, нет, один. Можно увидеть единичку, но настолько старая, что уже раритет, наверное. Вот наши находки. Это все, что мне удалось пока что найти. Ну что ж, все. Поехали, друзья. Пожелайте мне удачи. Отлично. Неплохо бросок, да? Если бы не подписчики и не их комментарии, у меня не получилось бы научиться так ловко бросать монстр-магнит. Однако, сейчас что-то застревает. Однако, у меня навык все лучше и лучше становится, судя по всему. Ха-ха! Ты это видишь? Смотри! Телефон! Смартфон даже! О, нифига его магнитит! Ну, правда, он убитый, конечно же, да, вообще в нулину. Но находка LG. Может, симка или SD-карта есть? Не, все по нулям все. Ну, находка, по крайней мере, находка. Неплохо. Как там у тебя дела, скряга? Ну, откапывай крышку. Давай. Опа! Крышка. Ага. Вот. В хозяйстве пригодится? Конечно. Скучно с тобой, скряга. Опа! Олечка! А? Где он там? Кольцо! Идет тебе! Облака уже совсем черные. Вот-вот ливанет. И мне кажется, что скряга впереди меня. Но я так просто не сдамся. Давай! Погодка вообще не для магнитной рыбалки. У нас пошел град или снег, не знаю, что это. Но, как минимум, эпично. Но, с другой стороны, очень тяжело в таких условиях держаться. У меня все руки красные уже. И вообще, ну что-то я зацепил. Что-то прям конкретно так тяжело тянется. Что-то идет. Сорвалось. Ну ты видишь это? Ты заснял это? Как да, я снимаю. Нифига, это что такое? Вот, кейс железный может быть. Что? Кейс железный какой-нибудь, сейф. Не знаю, но еле-еле держится вообще. Если бы это был бы сейф, он бы легко его поднял. Вон, едва-едва ползет вообще. Случайно зацепил каким-то образом. Это ноутбук! Это ноутбук, блин! Серьезно! Что это вообще? Правда, весь убитый? Ах, почти компонентов нет. Ай, блин! Ну здорово! Кто выбросил ноутбук в реку? Кому это в голову пришло? Клавиатура, в принципе, рабочая вроде бы. Материнская плать тоже есть, но не знаю, возможно, они функционируют. Так, что тут еще? Wi-Fi модем находится здесь, но, возможно, он интегрирован в карту материнскую. Ну, вот такая вот находка. Странная, но находка. Как он не развалился вообще? Не-не, это я нашел. Короче, все, пойдем, снег пошел. Все, что ты нашел? Это да. А где твои находки? Там. Пойдем, покажу. Пойдем. Где крышки? Так чайки же! Где чайки? Чё ржёте, а?
оператор взял мою крышку. Нет, а? Ничего мне не нравится. Чайки, чайки. Как говорится, в этом углу ринга находки скряги, а в этом углу мои. А, как бы, в принципе, мне кажется, что по массивности у меня больше. И у меня много различных монеток, которые очень старые, в принципе. Масса и объем — это все ерунда. Главное — ценность. Понимаешь? Ценность. Ну... Это, кстати, я нашел. Ты не подошел ко мне, я тебя звал. Я нашел вот ее тоже. Так. Ну что ж, на самом деле сложно оценить это все, потому что действительно найти ноутбук в реке — это тоже большая редкость. Телефоны довольно часто в реках теряются, но все равно нам удалось его найти с помощью монстр-магнита. Но у меня тоже есть вещички не бесценные, как мне кажется. Но вот это-то явно поценнее будет. Я не спорю. Стоит рассказать подписчикам, что это за штуковина, мало ли кто-то не знает. Судя по всему, это настоящий орден за участие в Великой Отечественной войне. Такое на дороге не встретишь, и, возможно, какой-то ветеран это потерял. И такие вещи запрещено законом продавать. То есть, хоть и она очень ценная, однако продать ее нельзя. Но все-таки мы здесь не про ценность, а про сами находки, их редкость и необыкновенность. И в данном случае действительно есть чем похвастаться. Ну вот понимаешь, этим-то уже не попользуешься, ни этим, ни этим. А вот это все в хозяйстве пригодится. Открывашечка, сковородочка. Так-то ты прав, да. Не поспорю. Ключик, да. Что ж, друзья, этот спор может длиться вечно. Давайте вы, наши дорогие подписчики, в комментариях решите, кто победил в этом батле. Металлоискатель или мой монстр-магнит? Пишите в комментариях, Вио победил, если считаете, что победил я, или победил Скряга, Скряга, если считаете, что победил он. Я надеюсь, что видеоролик вам понравился и вы оцените его лайком. Давайте соберем под этим видео 20 тысяч лайков, просто потому что мы с вами это можем. Также не забывайте подписываться на канал и жмякать на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.